Правду говорят, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. То же самое с нашими, значит, директорами и главбухами. Потому что сколько бы мы ни говорили на семинарах, что подотчет это является проблемой для клиентов, колоссальная проблема, особенно когда выходит выездная налоговая проверка, что начисляются налоги, что есть письма Минфина уже 2 года назад о том, что вы должны сумм, которые выдали больше 2 месяцев висят, должны удержать с них НДФЛ, страховые взносы, нам никто не верит. А верят налоговой службе, которая приходит и доначисляет налоги, иногда просто несовместимые с жизнью. Так вот, чтобы этого не произошло с вами или, допустим, с вашими там контрагентами, коллегами по работе, то посмотрите семинар «Как списать подотчет без налогов». И 99,9% всех вопросов снимается. Переходите по ссылке.